Привет, ребята, исследователь, обзор еды, ну как бы отзыв просто про еду. Сыры сейчас говнёвые какие-то, дорогущие, из какой-то херни сделаны, я почти что их не покупаю. Это был плавленый сыр, предыдущий у меня есть обзор, там просто хлам какой-то за 100 рублей продавали, как будто он 150, со скидкой был за 100. Это то же самое схема, как будто 150 был, 100 рублей, там 105 со скидкой. Но он нормальный, вполне нормальный. Я бы не сказал, что идеальный, но не такой хламище, как тот. Я уж не помню, как тот назывался. Посмотрите ролик. Вот. А это вот кот. Так, вот. Фокус что-то теряет, блин. Здесь есть, конечно, какая-то херня, уплотнители. Наверное, сыворотка, да. Ну, по вкусу нормальный такой, более-менее. Не сказал бы, что хлам. На этом все. Пока, ребята. Подписывайтесь. Здесь истина живет.